Четыре первых троллейбуса, безвозмездно переданных Москвой нашему городу, прибыли в Нижний Новгород. Троллейбусам около 10 лет, и, по словам специалистов, они в хорошем техническом состоянии. Ожидаемая партия у нас для Нижнего Новгорода 30 троллейбусов. Троллейбусное депо номер один приходит 10 машин данного вот типа. Тролл за мегаполис. А машины отличаются асинхронной системой управления, электронной. Дело в том, что машины более экономичные, более удобные, более комфортные. Машины все на ходу, все технически исправные. И, ну, в любом случае, будут проведены соответствующие пусконаладочные работы. Хочется на них уже поездить. Во-первых, они низкопольные, это будет уже удобно для маломобильных граждан. Во-вторых, здесь откидывается пандус, по которому можно малоподвижных граждан опять же поднимать в троллейбус. По трамвайным депо у нас, вот будем говорить как, 10 штук мы должны были получить, из них мы получили только 2. Помешал нам ковид. Я думаю, в ближайшее время сейчас все это поступит, но будем оформлять документы для того, чтобы они уже все вышли на линию. Вообще у нас планы большие по развитию транспорта и в городе, и в области в целом. Неоднократно говорили о трансформации транспортной системы, в которую входит не только подвижной состав, но и инфраструктура, которая требует также внимания и обновления. Это и рельсы, и контактная сеть. И сейчас есть программа Минфина, очень серьезная. Наш субъект входит в один из пилотных городов. Как раз программа нацелена на обновление инфраструктуры.